4 миллиона рублей в этом году было выделено из городского бюджета на нужды 28 общественных организаций. Как и на что потрачены эти деньги, проверил мэр города Вячеслав Сверчков. В понедельник он посетил сразу две организации, членами которой являются инвалиды по зрению. Сегодня мы приехали к незрячим нашим жителям и двум общественным организациям было выделено довольно-таки существенная сумма. Одна получила 220 тысяч, вторая 113 тысяч. И мы посмотрели на конкретном примере, что было сделано за год. Региональное отделение Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов на выделенные средства напечатало книги. Проект так и называется «Рельефно-точечный самиздат». Издание распечатали на бралевском принтере. В основном это книги правовой направленности, законы и нормативные акты, которые необходимо знать инвалиду, теперь доступны ему для чтения. Издали вы можете там увидеть также брошюру Дмитрия Геннадьевича Бурылин, да, то есть о его меценатстве, она небольшая брошюра, о его деятельности. А также мы, в общем-то, умудрились издать книгу рецептов, ну, в том понимании, в том разрезе, которое это может быть известно, интересно для инвалида. Всего организация планирует издать порядка 200 брошюр и купить свой принтер Брайля. Получить в руки книги смогут 700 инвалидов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.